Всем привет, это Костик, и сегодня я хочу вам рассказать о сервисе Отзовик. Вот, я искал в интернете, где оставить отзыв о Яндекс.Такси, и мне попался вот этот сайт. Сперва я просто опубликовал на нем отзыв, а потом увидел, что тут как бы начисляются бонусы сначала за публикацию отзывов. Вот за первый отзыв мне дали 2 рубля 45 копеек. А потом можно получать прибыль за просмотры отзывов. Вот 6 копеек вот за один отзыв уже начислили. И также вот я решил тут оставить еще парочку отзывов. Вот сначала опубликовал отзыв о Человеке-пауке, отклонили, там как бы пересказ был в одном абзаце. Я это потом удалил, отредактировал, удалил абзац, опубликовал по новой, вот первая позиция появилась. И вот про «Форсаж» рассказал, про последний. И вот итого у меня уже вот 16 рублей 68 копеек. Вот буду теперь смотреть, если тут все будет нормально, то можно вот так вот искать вот знакомые темы и оставлять отзывы. Вот еще один сервис, помимо Юкоза, Ютуба, Яндекс.Дзена, где можно зарабатывать деньги в интернете. Вроде как скоро еще и ВКонтакте можно будет зарабатывать деньги также. Они хотят что-то, как на Фейсбуке сделать. Но на Фейсбуке там не вариант. Это надо в Америке жить, я думаю. В общем, вот. Кто воспользовался уже этим сервисом или попробует вот воспользоваться им после моего видео, там, отпишитесь, расскажите, что вы об этом думаете, как вы вот считаете, нормально это, нет, вот, получается ли у вас на нем заработать. Также я оставлю ссылку на данный сайт в описании к видео, так что вот можете переходить, не волнуйтесь, это вот обычная реферальная ссылка. Ну, на этом тогда пока что все.